Я сниму, пожалуйста, да, давайте. Я не против, что вы снимаете, но просто тогда ты... Ну, я не знаю, что трапилось. Человек пошел, снимаю. Против, что снимаю я видео процесса выборчего. Я блогер, я веду, фиксирую. Ну, удачи, пожалуйста. Да-да-да, хорошо, пожалуйста. О, благодарю вас. По поводу сомнений, что я не могу снимать. На основании чего, скажите, пожалуйста. Это таемный выбор, таемный голосование. Нет, смотрите, выборы состоят из двух процедур. Есть публичная, это агитация, это вручение бюллетеня, и есть таимница, вот там вот где, в кабинке, вот там я не имею права снимать. Если люди не дали согласия, согласно Конституции 32 статьи, да. Люди не дают согласия на свое. Это вы можете меня снимать. Я понимаю. Я есть посадовая особа и публичная особа. Мы находимся... А они есть. И вы не имеете права их снимать. Обратитесь к юристу, уточните, не или в интернете. Хочу, я вам объясняю обращать. Свою я позицию. Я говорю, да. Что есть Конституция. Конституция самая высшая у нас. Да. Правильно? Да. И согласно Конституции Украины, согласно 32 статье, люди не хотят, что... Какие люди? Пока я от вас только слышу. Выборцы. Ну, кто бы ко мне обратился по этому поводу? Глава комиссии. А это не человек. Это должностное лицо на данный момент. Ну, это участник разница? Выборчего процесса. Люди не видели, люди спиной стоят. Не надо, пожалуйста, снимать. И... Ну, вы требуете у меня противоправных действий. Я вас вам... Вы рекомендуете. Хорошо, да. Я понял вашу рекомендацию. Благодарю, не удовлетворить надо. Не могу. Смотрите, выборчий процесс – это публичное действие, которое в любом публичном месте любой человек может снимать любых людей. От частной собственности он не может снимать. Скажите, но мне это... Это по закону. Я вам закон назвать не могу, к сожалению. Ну, а это называется фиксация воды. Вы фиксируете. У вас есть юрист? Обратитесь к нему, спросите. Ну, на каждой дельнице, я думаю, уже не будет юриста. Не, у вас юрист полиции, я думаю, допустим. Ну, или я более думаю... грамотный полицейский, который с юридическим образованием. А вы хотите сказать, что я некомпетентный? Я считаю, что в этом плане вы недостаточно знаете законодательство, ну, раз вы мне говорите, что нельзя снимать. Ну, нельзя, я думаю. Вот я обращался только что, 720-й участок, там полицейский, он сказал абсолютно противоположное, тоже полицейский, что можно снимать в публичных местах людей. Не публично, это выборчая дельница. Это публичное место. Публичные места. Это что есть публичные места по определению? Да, да, да. Куда есть свободный доступ без пропускного режима, где может любой гражданин прийти и уйти. Это публичное место подпадает под это? Да, это публичное место. А школа? Шо-шо? Школа, я думаю, не является публичной. А это сейчас не школа, это но сейчас выборчая дельница, да. Ну, вот когда это школа, да, то может имеют право только ученики, их родители и так далее. Вы все сняли, вы удовлетворены? Не, я, вы же меня прервали, я объясняю, я отвечаю на ваши вопросы. Если вы считаете, что я некомпетентный, я не считаю, что вы никак... Все. Вы сами это говорите, я ни в коем случае такое все, не утверждал. Все, до свидания. Спасибо за... Зря вы так. Зря вы так грубите. Маю, допустим, и там люди знаходятся. Друзья мои, читайте закон. Читайте закон. Любой гражданин. Друзья мои, читайте закон. Любой человек, не обязательно ему быть журналистом. Вы имеете право снимать. А все, что не запрещено по нашему закону, все разрешено. Есть определенный закон, я просто не помню эту статью. Что... Смотрите, вы сейчас нарушаете карантинные меры. Как? То есть определенном месте, сейчас определенное количество людей запускается в это здание, да? Да, я здесь зарегистрирован. Я приписан вы к этому. Вы проголосовали? Да, я проголосовал. Вы проголосовали, будь ласка, можете покинуть помещение? Да, я сейчас покину помещение, только вы меня задерживаете. Но смотрите, я участник выборчего процесса, и я здесь зарегистрирован как наблюдатель. То есть я могу здесь находиться постоянно, могу уходить, приходить. То есть я не избиратель. Вот если бы я был избиратель, вы были абсолютно правы. Я проголосовал, вы должен покинуть. Просто, да, это карточка ваша. Наверное. Да, вот ваш так коллега. Да. Да, да. Вот я же предоставлял ваш коллега. Зарегистрировалась? Да, конечно, конечно. Вы на всех дельницах зарегистрировались? Ну, я имею такое право. Я избираюсь по Турновскому району. Я имею право наблюдателем во всем Турновском районе. Ну, так, таковы права по закону Украины. Ну, что я могу вам сказать? У вас же есть тут закон где-то лежит обязательно на каждом участке. Почитайте. Ваша видеосъемка запрещена. На основании чего? Публичное место, публичное действие. На дельнице видеосъемка запрещена. Это бланк бюллетня, это не бюллетень. Направлено что, да? Бланк бюллетня опубликован даже в газете. Ну, вы же можете снимать людей. Вы это снимаете, чтобы нам потом не приехать? Я веду свой публичный канал. Я снимаю процедуру выдачи бюллетней. Я же не снимаю, за кого кто голосует или не агитирует. Да, благодарю вас.